У следствия появилась версия об уходе Децла. Внезапный уход никогда не жалующегося на сердце Кирилла Толмацкого для следственных органов стал весьма подозрительным. В данный момент изъяли всю посуду из клуба и приступили к допросу лиц, тесно контактующих с ним в день ухода рэпера. Уход из жизни рэп-исполнителя от внезапной остановки сердца по естественным причинам весьма неправдив. У органов появилась версия об убийстве. Следователи допросили главного героя праздника в Ижевске, в честь которого и был дан последний концерт Децла. 30-летний юбиляр Никита Пантюхин рассказал все с самого начала, как менеджеры встречали исполнителя, какую еду для него готовили. Децл заявил, что вегетарианец, и отказался садиться за праздничный стол. Но дальше было самое важное. Следствие подозревает, что причиной трагедии могло стать либо злоупотребление весьма некачественными веществами, либо это был быстродействующий яд, из-за чего и не выдержало сердце Кирилла. Все это мог принести с собой один из гостей. Всего на вечеринке присутствовало 60 человек, но с музыкантом пообщаться удалось далеко не всем. Эта версия пока одна из нескольких, которые есть у Следственного комитета. Сейчас к допросу готовы около 25 человек, и, возможно, среди них есть тот, у кого рыльце в пушку. Важно отметить, что экспертиза пока не готова. Родственники безвременно ушедшего певца ждут результатов и уверены, что Кирилл не мог принимать ничего запрещенного. В последнее время он вел здоровый образ жизни и даже отказался от мяса. Смущает тот факт, что по естественным причинам остановки сердца у парня было больше возможностей выжить, а в случае с ядом это невозможно. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!